В канун великого праздника ветеранов спешат поздравить буквально все. Сотрудники Следственного комитета не исключение. С добрыми пожеланиями и подарками они пришли навестить Николая Николаевича Портнова. К сожалению, у нас один ветеран в нашем в органах следственного управления по Ивановской области, но мы рады и счастливы, что есть такой ветеран, который может вспомнить и рассказать, когда, как в те времена вот, расследовались уголовные дела. Во время войны Николай Николаевич служил на Дальнем Востоке. В течение нескольких лет тогда еще молодой мужчина обучался японскому. О своей войне он вспоминает с легкой улыбкой. Был переводчиком в штабе дивизии, корпуса стрелкового. В батальоне военнопленных долго был на Южном Сахалине. Японцы, японские солдаты, офицеры очень ко мне с уважением относились. После победы в 45-м Николай Николаевич вернулся в Иваново и стал следователем. В его ведомстве были дела всей области. 5-6 томов дела – это мелочь, порой доходило и до 30. Везде нужна была усидчивость и терпение. Их Николай Николаевич отточил еще на войне. Я в основном-то расследовал, как называемые, дела о хозяйственных преступлениях, хищение государственного общественного имущества. В крупных размерах. Много работы, мелочной такой работы. Каждый ведь эпизод должен быть обоснован. Сейчас ветеран чувствует себя хорошо, только немного подводит слух. Он очень рад, что его не забывают коллеги из Следственного комитета. Они часто заходят на чай, слушают военные истории. Николай Николаевич всегда рад посетителям. Гостеприимство – предмет особой гордости ветерана. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.